Фейбл. Я в туалет. Прости. Давай руку. Ты вообще нормальный? Ты прекрасно видел, куда несешься. О, у тебя тоже родимое пятно на лице. Ведешь себя как маленький ребенок. А ты типа королева этой школы? Типа да. У тебя красивая внешка. Я знаю. Но фигура так себе. Ты вообще охренел, идиот? Я Дино. Иди лесом. Ну а что я должна была еще сказать? Приятно познакомиться. Я Дарья, что ли? Ты из 10-го А? И что? Значит, мы в одном классе. Нас посадили вместе. Ну и сегодня мы поговорим про родимые пятна. Выйдите, пожалуйста, к доске, у которых есть одинаковые родимые пятна. У нас есть одинаковые. Заткнись! Выйдите, пожалуйста, к доске. Если вы слышали, о чем я говорила, то повторите. Люди с одинаковыми родимыми пятнами на 99,99 подходят друг к другу. И большинство людей с одинаковыми родимыми пятнами женятся. Так и есть. Поздравляю вас, счастливчиков. Вы нашли друг друга. Ты никогда! Она никуда не денется от судьбы. Ты вообще нормальный? Не. Ты никуда не денешься от судьбы. Ты же это прекрасно понимаешь. Я 3 года занималась борьбой. И что? Чего ревешь? Ну, мне же нужно зарабатывать авторитет, чтобы стать королевой школы. Новенький, который мне понравился, связан с тобой. Если хочешь, забирай. Он мне нахрен не нужен. Правда? Конечно. Первый раз в жизни бегаю от пацана. Да уж. Как можно бегать от этого идиота? Если он к тебе пристанет, то он тебя так задолбает. Вот видишь, в этот раз я тебя не сбил. Как прошла неделя? Отвали от меня, наконец! Нет, ты никуда не денешься от судьбы. Судьбы не существует! Мы сами строим свое будущее. Отпусти меня! Неа! Отвали от меня! Даш, ты мне нравишься. Давай встречаться. Нет. Выгляни в окно. Что он забыл у меня под окном? Ну и пускай там стоит. А я тебе разрешала заходить? Пошел вон. Я переночую у тебя, окей? Последний раз говорю, уходи. Ты кто такой? Я уже ухожу. А кто это был? Кто это был? Не знаю. Ты поцелуешь ее или нет? Почему такое чувство, что я медленно умираю? Кровь?
Ты где была? Какую тему мы обсуждаем? То, что связанные отношения могут приносить физическую боль. Может даже дойти до крови. Вы начали встречаться с Рики? Нет. Зачем ты маску напялила? Просто так. Похоже, мне нельзя ни с кем встречаться, кроме тебя. Потому что я могу принести тебе огромную боль. Похоже, мне тоже нельзя. С каких это пор ты так мягко разговариваешь? Ты мне нравишься. Ты мне так предлагаешь встречаться? Давай лучше поговорим на перемене. Чего? Мы договаривались поговорить на перемене. Отстань, ради бога. Это из-за того поцелуя? Прости, пожалуйста. Я правда люблю тебя. Я тоже. Ты меня целовать будешь? Но ты все равно идиот. Первый мини-фильм закончился, начинаем следующий. Ставь лайк. Слышала, сегодня новенький придет в наш класс. Надеюсь, он веселый. Мы с ним обязательно подружимся. Пошли в класс? Пошли. Его надо развеселить. Почему ты такой угрюмый? Не твое дело. Советую тебе одеваться более ярко. Видно, я неправильно выразился. Отцепись! Зачем так орать? Я Алиса. Не думал, что в этой школе учатся такие тупые люди. Бе-бе-бе. Я вообще-то отличница. Отвали, очкастая. Не-а. Первый раз в нашем мире вижу человека в черном. У меня сегодня первый день, а ты меня уже достала. Я Алиса. Лео. Приятно познакомиться. Что ты себе позволяешь? Не говори то, что не любишь обниматься. Ты сейчас реально? Если мы обнимемся, тебе 100% станет легче. Отвали, страшила! Когда ты уже поймешь, что мне неприятно с тобой контактировать? Вообще-то обидно. Давай станем друзьями. Отвали от меня. Ну и странный тип. За что? А ты откуда приехал? Откуда надо? А ты далеко живешь? Почему ты села именно ко мне? Потому что я хочу тебя развеселить. Лео, к доске. Почему я? Не надо было разговаривать. А можно я выйду? Возможно, Лео еще не изучал эту тему. Хорошо, выходи. Спасибо за то, что помогла. Пожалуйста. А почему ты не снимаешь капюшон? Зачем ты это сделала? А что такое? У тебя просто красивая внешность, вот и все. А ты не влюбилась? А должна? Давай встречаться! Каждый, кто до тебя видел мою внешность, сразу влюблялся. Порой получалось так, что я разрушал семьи. Поэтому я и стал скрывать свою внешность. Ты сейчас не шутишь? А почему тогда я не влюбилась?
У меня тот же вопрос. Сними еще раз маску. Хорошо. Видно, на меня это не влияет. Но внешность у тебя ничего. Расскажи побольше об этом. Прости, но я не могу рассказать большего. Ладно. А почему ты ходишь в черном? А вот это уже не твое дело. Я его как-то обидела, но он и странный. Сильвер. Ну, привет, уродина. Как поживает твоя уродливая морда? Давай поговорим дома, сестренка. Если ты старше, это не значит, что тебе все позволено. Во-первых, я красивее. Во-вторых, я любимица родителей. Родители любят нас одинаково. А ты еще кто такой? Друг моей уродливой сестренки? А по-моему, это ты уродина. А Алиса очень красивая. Вижу первого человека, который так говорит. Но она на 100% лучше тебя. Тогда почему с ней никто не встречается? Да потому что она уродина. Как же мне хочется тебе врезать. Спасибо. Сестра твоя та еще стерва. Не могу не согласиться. У меня через неделю день рождения. Ты приглашен. Я постараюсь прийти. А сегодня давай лучше погуляем. Тогда давай свой номер. Куда пойдем? А давай в парк. Ну, пошли. Зачем ты носишь очки? Тем более такие уродские. Эти были самые дешевые. Возьми мои. Я их ношу только для того, чтобы скрывать свое лицо. В 100 раз лучше. Но без очков тебе еще лучше. Спасибо. Так ты расскажешь мне или нет? Прости, но это слишком личное. Да что там такого, что ты не можешь мне это рассказать? Отвали! Если я сказал, что не буду рассказывать, значит, я не буду рассказывать. Да что там такого? Так и знала, что он уйдет. Привет. Привет. Это Лиза. Приятно познакомиться. Взаимно. А что у тебя с Лео? А что у нас может быть? А по-моему, вы встречаетесь. Тебя что, башка поехала? Он только мой. Ты чего так взбесилась? Как думаешь, для чего мне эти ножницы? Что происходит? Почему у меня в руках были ножницы? Ты на меня накинулась. Прости. Привет. Ага. Сегодня контрольная. И что? Почему ты так ко мне относишься? Алло. Что случилось? Да пошел ты! Зайка, ему 15 лет. Привет. Что с тобой случилось?
Ничего. Когда ты врешь, у тебя нос дергается. Отвали. Эти безжизненные глаза мне знакомы. Эх, если бы автор в свое время выпустил продолжение, то эти двое бы явно нашли друг друга. Извините, что озвучка короткая. Постараюсь исправиться. Это канал Fable. До встречи.